Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, Здорово. У нас сегодня на повестке серии догнать клыка, но для начала нам нужно захватить антенны в лагере на болоте. То бишь помочь, короче. Смотри, кровососы бегают. Помочь, так сказать, свободе. Еще раз. Я надеюсь, последний раз. Помочь свободе. Защититься от наемников. Вот. Нам нужно, короче, захватить два пункта, две антенны. Один на болоте вот здесь. Второй, получается, на стоянке на ферме. Окей. Давайте с вами начнем. Так. Я. Что у меня? Так, патрончики есть. В принципе, так. Бинты, аптечки. Все, в принципе, есть. Вот это можно либо продать, либо убрать. Ну, я думаю, продам, потому что я, в принципе, подствольником сильно так не хочу пользоваться, как бы. У нас есть, кстати, 8000, почти 9. Можно что-нибудь в костюме улучшить одно. Там все по 5 косарей, короче. Ну, можно будет попробовать что-нибудь улучшить. Давайте сейчас сбегаем, короче. Опа, яма. Опа, чуть не упал. Так. Этому к технику. О, так, привет. Ага, пока. Будь здоров, парень. Починиться. Починиться. Я надеюсь, я сейчас починюсь, и я надеюсь, мне хватит, короче, денег, чтобы что-то купить хотя бы одно. Хотя бы одно. Так, пистолетом я не пользовался, окей. Так, а что у нас? Даже при повреждении первого слоя обеспечит своему носителю неплохую защиту. Прочность плюс 50. Термозащита. Ага, так, прибор ночного видения, радиозащита. Опа, вот это что-то открылось. Отлично поглощающий энергию пули. 7500 отлично поглощает энергию пули. Давай. По нам много стреляет, поэтому это в первую очередь делает. Следующее уже будет у нас прокачаем прочность. Прочность прокачаем и, короче, так, я убираю, значит, вот это. Давайте 5 аптечек. Усложним себе задачу. Так, что у меня тут? Ну, в принципе, ничего. Все. Я, в принципе, готов. Можно отправляться захватывать антенны. Так сказать. А, мы хотели, короче, давай-ка, да. Давай-ка мы сейчас проверим, посмотрим. Вход. Так, погоди. Здесь я заберусь. Вход, короче, к штуке, где летает. К штуке, где летает свечение. А есть здесь что-нибудь, да? Ну, здесь по-любому ничего нет. Надо вот этим радаром, короче, пользоваться. Детектором пользоваться. Самой той штуки, где летает. Так, может здесь где-то как-то можно пройти? Дверь заперта. Хорошо. Может здесь поверху как-то? Через крыши. Зона, это сталкеры. Стопы. Может я смогу перепрыгнуть? Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Не смог. Так. А почему меня не загружается-то? Не смог я перепрыгнуть. Сейчас еще раз попробую, короче. Нет, так нет. Я сейчас сделаю, знаешь как? Запрыгнул вот на эту перилу. Бляха! Это не считается. Это не считается. Запрыгну, короче, на эту перилу и попробую с разгончика туда прыгнуть. Давай-ка как-то. Бляха. Че такой резкий там, ёпти мать? Опа! Все отлично.
Отлично получилось. Так, что я... А, нет. А туда выше я уже не допрыгну. Зря, зря. Погоди-ка, может, вот с этой штуки... Нет, навряд ли. Навряд ли. Навряд ли. Нет, я на нее даже не могу запрыгнуть. Короче, мне бы вот... через тот забор бы как-то... Ладно. Плохо, плохо. Бляха. Мне теперь надо как-то перепрыгнуть обратно. Ай-та-та-та-та. Плохо. Так, а где я сохранился? Я сохранился на той, уже на той стороне или нет? Нет. Все хорошо. Окей. Ладно. Короче. Если вы знаете, как попасть к той штуке, напишите мне в комментах, и мы сходим проверим. Сейчас вот здесь еще пробегусь. Может, здесь как-то. А, понятно. Ладно, отправляемся, короче, очищать антенны. Захватывать антенны. Так я там не перегружен? Нет, все нормально. Все отлично. Все отлично. Так, судя по всему, мы будем сражаться с наемниками, поэтому я беру, короче, сразу автомат. Сразу ИЛ-86. Вот надо как-то, не знаю, проверить. Вот смотри, вот. А, ну да, видишь, мне бы вот так вот перепрыгнуть. В лучшем случае, как бы мне бы на эту крышу. Как-то вот здесь. Как-то же можно, бляха, как-то же можно попасть. А ну-ка, погоди-ка. Может, я смогу? Эй, народ, засекли нас! Лагерь на болоте, засекли. Бляха, там сейчас начнется бойня, что ли? А я тут херней страдаю. Я просто взгляну, я просто взгляну. А, нет, 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 здесь эти ворота, поэтому... Так, все, бегу, друзья, все, бегу. Чуваки, я бегу к вам. Так, у меня только... Один допинг остался, был, да? Бляха, я так хочу туда. Так где они там? О, вижу, вижу. Так, а где свои, где свои, где не свои? Я что-то не могу понять. Вот это по-любому не свои. Так. Ох ты, падла, живой. Я думал, он так отлетел, короче, умер. Готов. Хорошо. В принципе, нормальную такую я позицию выбрал. А в смысле? А погоди-ка! А что-то? А что такое? Почему они начали по мне стрелять? Я что, и своего кого-то убил, что ли? Что за дичь? Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Я перезагружусь. Так. Вот это точно. Мертвый. Враг. А, все что? Иди лов-то. Я, значит, своих шмалял. Надо же, как хорошо побежали супостаты. Отличная работа! Все антенны у нас под контролем! Начинаю сканирование! Все? Мы засекли координаты тоннеля, район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину прут наемники. Всем группам, внимание! Найти и уничтожить тоннель! Интересно. Все, главное! Нормально? Уничтожить наемников в холл завода. Ты стрелять собрался или разговаривать? Убери. Погоди, его. Нет, я сейчас вообще на задание пойду. Причем на задание вам помогать, а не... Нет. Там где-то, короче, бойня. Так, ништяки собрали. Ништяки собрали, куда?
Ой, ёпти мать. А, это наемник. Это наемник, хорошо. Ни хрена там. Вот это бой. Почему я здесь не могу пройти? Я бы сейчас как будто... Ушмаляй! Бляха, бегу. Так, снять с крыш. А я могу как-то, не знаю, в обход обойти? Бляха, и высовываться-то страшно, ёпти мать. Ай-яй-яй. С крыш. Хорошо. Во жара! Ай-тя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 
Как бы так. Ловили мончик. А там-то откуда стреляет? Значит, там обход есть? Я могу там обойти? Не спать, пипл. 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 Эй, пипл. Бляха, продвинутые чуваки, смотри. Пипл, бляха. Значит, я здесь могу обойти. Окей. Так и поступим. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный город обойдет. А в смысле? А в смысле? А они тогда как сюда попали? Непонятно мне. Ёпти мать, кого стрелять-то? Где кто-то? Где враги? Да бляха, ну ёпти. Я за километр от него, и он мне не дает пройти, ёпти. Тихо. Ништяк. Прутну просто со всех сторон. Попробуем удержать их во дворе. А ты, наемник, давай через здание. Что ты, труп? Хорошо. Граната не дура. Так, ладно. Через дом. Так, наши. Тихо. Кончай, гадавки! Ай-яй-яй! Ты прикинь? Он без фонарика. Бей, ублюдков! Собака. А я не вижу его. Тихо. Ашот? Гранаты падают дешевелой. Случай. Случай, наемник, возьми гранату по дешевке, а? Так, погоди, никого не вижу. Ладно, сейчас этого обыщу. Хотя бы чуточку патронов. Лоп. Сейчас вот эти вот еще. Тихо, свои нет! Как они сдерживают? Как они сдерживают? Их там целая куча, короче, и один наемник все-таки прошмыгнул. Как они так сдерживают? Вот как? Скажи мне. Вот как они сдерживают это? Бляха! Я что там не сохранился, что ли? Попробуем удержать их во дворе. А-та-та-та-та-та-та-та-та! Так, отлично. Гранат,
Хорошо, хорошо. Быстро, быстро, все забирай, быстро, пока тут не прибежали. Еще. Наемнички. Так. Так. Тихо, тихо, быстро, быстро, быстро. Там что-то взорвалось. Там что-то взорвалось. Такими бляха перебежками, короче. Что есть, то нет. Что есть, что вкусное-то? Че какие-то нищие наемники. Так, откуда они? Они оттуда выбегут или здесь? Есть тут проход? Ты че там, дружище? Эй, пипл, ты че там? Ты че там, пипл? Хорошо. Мне куда? Мне на крышу надо или чё, куда? Что мне надо сделать-то? Мне наверх? Ух ты, ни хрена себе, супер ниндзя! Там с улицы никто не будет. Так, а здесь есть-то? Погоди, погоди, вон там гуляет. А, свой. Это тот, что ли? Опа-па-па! Тихо вы там. Ля, не про... Ёпаны! Ля, не просто... Так, а там, подожди, бляха, упал. Такая выгодная позиция была, я упал. А сейчас, сейчас. Готов. Тихо, 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 еще один. Опа-па-та-та! Лежара, лежара, просто, на. Есть кто еще? Бляха, вон еще. Там еще, 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 еще. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Аккуратно, аккуратно. Ёпти мать, сколько у вас тут? Аккуратно. А, это внизу? Так, а здесь есть кто еще? Тихо-тихо-тихо. Патроны кончатся, буду этими гранатами закидывать. Хотя у меня ружье еще есть. Хотя у меня еще есть ружье. Так, мне как-то надо пробраться. Та-та-та-та-та-та. А чё, нет? Здесь нет, не сюда? Мне как-то через верх надо проходить, тихо. Что-то подлагивает, непонятно. Опа. Тихо, тихо, аккуратно. Не сюда? Куда мне вообще надо-то? Погоди-ка, уничтожь наемников холл-завода. Холл-завода. Пол завода. Какого хера я здесь-то ползаю? Ладно, они там воюют, короче, внизу, получается. Чисто. Пол завода, пол завода. Пол завода, это у нас... Так, там, смотри, красная точка на карте появилась. Прикрой меня! Я не туда пришел. Прикрой меня!
Пол завода. Погоди, они что, все поубивали уже всех, что ли? Ха, а здесь не пройти. О, тихо. Здорово. Сидит, бляха, такой. Так, и как мне туда попасть? И значит, я правильно шел? Погоди-ка. Значит, я шел правильно. Народ, подскажи. Эй, people, подскажи. Подскажи и покажи. Окей, а спокойно. Спокойно идем. Идем вот так, идем спокойно. Так. Идем здесь. Здесь, наверное, какая-то дверь. Я пропустил просто. Идем спокойно. Так. Сюда поворачиваем. Окей. Может, здесь дверь какая? Херушки. А, мне туда не пробраться. А как это брать? Где-то рядом. А ничего не крутится, нет? Значит, я правильно шел, значит, через верх как-то надо проходить. Где-то лестницу искать, что ли? Так, здесь никак не пройти. Опа, опа, тихо. Ты где? Причем на крыше, прикинь. Как он туда попал? Да, поворачиваем. Окей. Может, здесь дверь какая? Херушки. Надо как-то пробраться. За этот, за... Ну, вы поняли, за грузовик. Как этого я обыскивал, нет? Ой, намутили-то, ой, намутили, теперь вообще ничего не найти. Тихо. А, у меня же еще есть этот... Меткий пистолет. Погоди, значит, здесь как-то? Вот здесь как-то, наверное. Опа. Быстро. Ух ты, смотри, сколько их там, бляха. Ну-ка. Минус один. Ну там, давай, высунись. Вы где? Где же ты засел, гад? Да я здесь. Ты-то высунись, эй, гад. Тихо. Готов. Там еще должен быть. О, вижу. Я тебя вижу, говнючок. Блин! Такая выгодная позиция была, и все заклинило. В смысле? Все, я его просрал. О, тихо, нет. Готово, отлично. И что же, наемников холл завода выполнено. Которые положили столько наших ребят, уничтожены. Вот так. Бойцы свободы, мы еще раз показали класс. Придет день, когда вся зона станет свободной. Наемник, буду всегда рад тебя видеть. Будешь рядом, заходи за наградой. Отлично, за наградой. Я сейчас же и приду за наградой. Наградка — это хорошо. Все, можно, в принципе, выходить, да, наверное? Ил свой убрать. А, смотри, здесь даже этот появился теперь. Как его там? Проводник. Да, смотри, он проводник появился. Я весь внимание. Так, и что там? Куда ты можешь отвезти? Что по ценам? Темная долина стоит на ферме. Ангар дядьки Яра. 80 рублей. А, ну в принципе, смотри. Недорого. Ангар дядьки Яра — это, наверное, вот как раз
база, да, этих свободов. Ну пошли, что, 80 рублей не жалко так, как бы. Да, вот, слышишь музычку, слышишь? Слышишь музычку-то? Бляха, что-то подлагивает. Опять обновления какие-то у винды пошли. Здорово, так. Сталкер. Здорово. А, у тебя мне... Нет, не у тебя. Удачи тебе, Сталкер. Давай. О, погоди. Кормилец. Мне надо... Будь здоров, парень. Отремонтировать, это она глючит и глючит. Очень глючит. Че, не хватает, да? Будьте мать. Так, а кого брать мне эту награду? У Ганджи? Ганджа, Ганджа. Эй, Ганджа, 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 сюда. Поправить здоровье. Ганджа. Да. Так, есть работенка, что ты можешь мне предложить? Есть что для меня? 6,5. Да куда ты меня опять поволок-то, бляха? Так, а есть работенка? Пару ночей подряд я видел свет то ли от сигарет, то ли от фонарика с заброшенной люди, постройки на заправке. Идиоты, блин. Если возникнет все желание, почему бы не сходить проверить? Сливает. Ладно, там все, нечистая сила делают, под боком завелась. Сами думать, пусть ее. А то вдруг это опять гопы со свалки полезли. Сила, так с такими стрёмом разобраться надо. А, ну давай, чё. Раз платишь, давай, чё. Захочешь выпить? Подруливай. Я всегда на месте. Так, погоди, 6806. Так, скажешь, так брат? Я сейчас добью, короче, свой костюм. О, кормилец, с чем пришел? Удачи тебе, сталкер. Так, добью свой костюм. Чем мне можно? Прочность. Прочность? Ага. И все, да? А или нет? Или для этого мне просто денег не хватает? Модификации другие. Другие модификации. А, ну здесь, наверное, просто денег не хватает. Ну, в принципе, ночного видения я так сильно не горю. Опа, погоди-ка. Бронежилет Спектр. Усиленный военный бронежилет хорошо защищает носителя от пуль из ручного стрелкового оружия. А как это взять потом? Или она сама... Это, когда деньги у меня будут, она откроется. Сколько она вообще стоит? А, другие модификации нужно написать. Понятно. Ладно, ну, в принципе, основное-то я все взял. Основное-то я все сделал. Ночное видение мне, в принципе, так себе. Радио, химзащита. Можно. Ладно. Ладно, разберемся. Так. Бандиты. Я думал, это кровососы, это бандиты, бляха. А чё рычало тогда? А чё там рычало тогда? Ладно. Я вот просто не могу понять, а чё тогда рычало там? Бляха, заметили, что и сразу уже? Да сдохни, падла! Да в смысле, что такой бронированный-то, ёпки мать? Сколько их? 14? Или это вместе со свободовцами, которые рядом? Выгляни в окошко. Падла, ты смотри какой, а? А, все? Или кровососы здесь по ночам появляются? Если кровососы по ночам появляются, то, чуваки, вы зря здесь привал сделали. Если б я вас не замочил, вас бы замочили кровососы. Было бы хуже, было бы больнее. А так просто мгновенная смерть. А там... Если кровосос нападет, пока он тебя будет раздирать, там, знаешь, там все фигня, ты будешь живой, там. Будет больно, будешь мучиться. А так без мучений. Даже спасибо. Так, ганжа, ганжа, ганжа. Поправить. Еще работенка есть. Да не.
Так, был на заправке, там бандиты обосновались и, похоже, за вами следили. Косарь. Ну, ладно, косарь. Если будет еще раз задатенка, зови. Так, все, да, нету здесь больше работы. Заходи на следующей неделе. Обещает. Ну ладно, косарь. Дурь подвести. Так, знаешь, на мелкие расходы, так сказать, да, косарик? Окей, так, с этим мы разобрались совсем. Кто знает, как попасть вот в эту хрень, где там светящийся летает, напишите в комментах. Вот. Здесь что? Мутант, казармы в шахте. Жизнь дали тебе возможность найти... Казармы в шахте. Что за казармы в шахте? Только здесь ты найдешь. Окей, кто ладно. Видос у меня подошел к концу, друзья. Вот, в следующей серии, значит, если вы мне напишите, как пробраться, где летает эта хрень, то изначально мы с вами слазим туда, вот. Ну, а потом пойдем догонять клыка, это у нас получается на свалку. Да, на свалку в барахолку. Окей, можно, в принципе, будет еще забежать вот сюда. Колькиному пеньку. Вот. Ну там разберемся. Основная задача будет в следующей серии вот сюда. В барахолку. Вот. Окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.